12 апреля в Самарской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Ярмарка дает возможность соискателям ознакомиться с вакансиями нескольких работодателей в одном месте и в один день. Наряду с вакансиями также будут представлены услуги службы занятости, организованы тренинги по арт-терапии, квизы и другие мероприятия, которые прокачают вас как соискателя. Ярмарки также пройдут в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном, Похвеснево, Алексеевском и Красноярском районах. В Самаре будут работать две площадки – в одном из торговых центров и в центре занятости населения. Администрация Самарского района напоминает, что до 30 апреля жители региона могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить. В этом году в Самарской области на голосование вынесен 101 объект. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется по решению президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Госавтоинспекция Самарской области призывает быть внимательнее на дороге в связи с ухудшением погоды, сообщает администрация Куйбышевского района. Сегодня на территории региона наблюдается усиление ветра, осадки в виде сильного дождя и мокрого снега, местами гололедица. В связи с этим ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуют быть аккуратными не только на проезжей части, но и на тротуарах. Водителям автомобилей другого вида транспорта необходимо ответственно подойти к соблюдению скоростного режима, не совершать быстрых маневров и необдуманных действий за рулем.